Приветствую вас. Чтобы помочь, нужно для начала определить, какие именно моменты в вашей жизни являются, так сказать, генерирующими вот это напряжение. Почему они вызывают его у вас? И основываясь на тех обстоятельства, которые вы описываете, можете сделать вывод, что это тотальный контроль мужа, что ваше отношение с его родителями, что ваше отношение с ним, это и есть то, что генерирует у вас сильнейшее напряжение, потому что вы чувствуете, что вы постоянно под давлением. И, как правильно сказали мои коллеги, что вот это давление нужно снимать. Это означает, что вам необходимо быть готовы к тому, чтобы что-то менять. Чтобы что-то менять в своей жизни. Чтобы что-то быть готовы изменить. Ради того, чтобы быть счастливой, чтобы быть расслабленный, чтобы чувствовать себя, в конце концов, женщиной и так далее. Для чего так делать? Чтобы не только вы были счастливы, но чтобы и ваши дети также видели перед собой именно счастливую маму. Для этого вам нужно, естественно, что-то менять. Чтобы что-то менять, придется рушить привычный образ жизни, привычные алгоритмы поведения и вести себя иначе. Как? Для начала давайте условимся так, что вы выполняете роль. Вы выполняете роль жены, вы выполняете роль матери, но при этом как женщина, как личность, как отдельный взятый индивид, вы не выступаете. И вот именно это вас напрягает. Именно поэтому вы чувствуете давление, именно поэтому вы срываетесь. И вам, по сути, не дают побыть наедине с собой и сделать что-то для самой себя. Соответственно, начинать здесь нужно с самого простого. Организовать в своем личном пространстве область, куда он не будет иметь доступа никто, кроме вас, где вы могли бы спокойно побыть наедине с собой. Дальше. Хотя бы 30 минут в день уделяйте тому, чтобы обращать свое внимание, свои силы, свою энергию только на себя, заниматься только собой. Если хотя бы 30 минут в день вы будете это делать, то вам уже будет легче. Впоследствии это время нужно увеличивать. Далее вы пишете, что ваш муж контролирует вас очень сильно, и не совсем понятно, почему он это делает. Вы давали ему поводы для ревности, или это его личная инициатива? Мужчина не имеет никакого права осуществлять за вами такой тотальный контроль. Также не имеет права мужчина противиться тому, что вы хотите обратиться за помощью к своим родителям. То есть к его родителям обращаться за помощью можно, но вы не хотите, и это ваше право. А к вашим родителям вы хотели бы, но муж противится. Так вот, у него нет оснований для того, чтобы этому препятствовать. Абсолютно никакого. Напротив, если вам, как матери, будет легче исполнять свои обязанности, то это в интересах мужа. Хотя бы потому, что вы сможете больше внимания ему уделять. То есть вам необходимо, начав заботиться о себе и образовав личное пространство, начинать постепенно восстанавливать свои права, которые вы, ну, почему-то отдали мужу. И здесь, для начала, очень бы
желательно разобраться с тем, что вас смотивировало на то, чтобы отдать свои права, то есть быть по сути бесправным. Почему вы на это согласились? С какого момента так началось? И почему вы раньше об этом не думали? Вот примерно в таком ключе вам нужно двигаться, потому что в противном случае, не живя для себя, не чувствуя себя хоть сколько-нибудь свободной, вы рискуете получить нервный срыв, заболеть, а это, естественно, отразится негативно на детях, которые также потом будут иметь проблемы в своей взрослой жизни. И если для них этого вы не хотите, то необходимо начинать заботиться о себе, необходимо как бы доверять своим чувствам, которым вы сейчас не доверяете, кстати говоря, отдавая приоритет именно тому, что думает, чувствует и хочет мужчина. А это далеко не всегда правильно, далеко не всегда верно, потому что мужчина тоже человек, и он может ошибаться. Я думаю, что до тех пор, пока вы оставите все как есть и не будете ничего менять, вам никакие слова не помогут. А если вы решите на то, чтобы что-то менять, если вы решите рискнуть, начать бороться за свои права, начать как-то обустраивать свое личное пространство, установить личные границы, то, безусловно, вы столкнетесь с сопротивлением. Сопротивлением со стороны мужа, со стороны его родителей и так далее. Очень важно понимать, что, почему и чем это продиктовано. А продиктовано это только лишь тем, что мужчина не хочет, чтобы вы выходили из-под его контроля по ряду причин. Какие это причины, можно лишь предполагать, потому что это может быть и неуверенность в себе мужчины, и страх, что вы уйдете от него с таким вот контролем. Это может быть традиции, и тогда, если говорить о традициях, то здесь очень тонкий подход, потому что традиции устанавливались очень долго, веками, и если вы будете их сейчас нарушать, то нужно четко представлять себе, для чего вы это делаете. Но оставлять так-то нельзя. В принципе, если вы будете четко понимать причины, по которым муж ведет себя именно так, вы сможете лучше подстроить, выстроить свое поведение по отношению к нему. Вы, с одной стороны, не обещать лишний раз не оскорблять его, а с другой стороны, не забывать себя. Вот примерно так вам нужно поступать для того, чтобы решить свою проблему, чтобы перестать срываться на детях, чтобы, собственно, дети не страдали от того, что вы не живете полной жизнью. В идеале, конечно, хотелось бы и домой донести все, что я сказал, можете даже попробовать показать ему это видео, но думаю, что мужчина не очень положительно воспримет это. И здесь можно опираться только на его чувства к вам и на упорство. То есть, если вы будете упорно доказывать ему, что вот вы можете, вы хотите, вы достойны, то, возможно, тогда он и примет. Но не сразу. То есть, нужно запастись терпением для того, чтобы люди приняли вашу обновленную жизненную позицию. Если у вас есть трудности с этой жизненной позицией, то я могу помочь вам с ее выработкой, если хотите. На этом все. Если мой ответ вам понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.